В день здоровья пациентов в поликлинике на Донской не меньше, чем в будни. Консультативные и диагностические приемы здесь проводятся регулярно. И жители микрорайона об этом заранее информируют представители местного ТОСа. Мы вешаем объявления и делаем смс-рассылку домкомам, так как мы работаем с домкомами и с другими председателями ТОС по всему городу. На этот раз выходной день без очередей. Предварительных записей все желающие могли получить бесплатную консультацию гинеколога и маммолога, а также сдать анализ крови на онкомаркеры. Под руководством Министерства здравоохранения Краснодарского края и регионального отделения партии «Единая Россия» в крае активно реализуется партийный проект, посвященный охране здоровья населения. И в рамках реализации данного проекта сегодня в стенах данного подразделения городской поликлиники номер 1 мы проводим День здоровья, посвященный профилактике онкологических заболеваний у женщин. Ноги на ширине плеч, руки на бедрах и наклон с левой стороны. Пошли. Раз, два. Профилактическая гимнастика, которую нужно делать ежедневно и всем, чтобы поддерживать свое здоровье, прошла в Адлерской поликлинике. Здесь День здоровья посвятили борьбе с диабетом. Началом заболевания у больных появляются постоянная сухость во рту, чувство жажды с невозможностью утолить ее. Больные люди выпивают до нескольких литров суточной жидкости. Какие симптомы характерны для этого заболевания и как его предотвратить, посетители могли узнать из специальной лекции. А чтобы послушать полезную информацию, могли все в поликлинике включили радиоточки. Поэтому можно было тут же, услышав про группы риска, сдать анализы на уровень сахара в крови и измерить давление. Профилактические дни здоровья, я могу сказать, что они еженедельно у нас проходят. Суббота – это такой день, когда люди как раз смогут посвятить самих себе, вспомнить о том, что есть у них такая важная и ценная вещь, как здоровье, прийти в поликлинику и профилактически пройти определенные мероприятия. В этот день пациенты также могли проконсультироваться у эндокринолога, проверить зрение, сделать кардиограмму и флюорографию. Все результаты направлены участковым терапевтам, чтобы при необходимости врачи могли сразу же назначить лечение. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.